Всем привет! Вы на канале Ирина Бойкс. Сегодня мы украшаем дом к новогодним и рождественским праздникам. Прошло много времени с тех пор, как я делилась с вами своими видео. Меня спрашивают, почему я забросила свой канал? На самом деле, времени так мало, ежедневная суета, бытовые заморочки. Много событий произошло в нашей жизни. Год. У нас в этом году была замечательная теплая весна. Потом было фантастическое лето. Мы наслаждались летом и встречали утро по выходным в нашем садике с чашкой хорошего кофе. В особо жаркие дни можете засидеться и с пивом, просматривая наши видео снова и снова. Мы часто пересматриваем наши видео. Для нас это каждый раз как просмотр фильма. Мы можем смотреть наши видео снова и снова. Наверное, потому, что это позволяет нам пережить снова и снова те счастливые, удивительные моменты нашей жизни. Это как машина времени. Она переносит нас в прошлое. Как будто ты снова пережил те путешествия. Чем? He is the best dog ever. That's the beauty. Колибри – наши завсегдатые. Они любят наши цветы и частенько прилетают к нам и летают вокруг нас. Самый замечательный момент, ребята, это когда колибри вдруг зависают у вас перед глазами. Не знаю, принимают ли они вас за цветочек или просто вы их заинтересовали, но это удивительный момент. И вот колибри зависают у вас в сантиметрах 20 от ваших глаз. Представляете, и мы так смотрим друг другу в глаза. Это может длиться минуту или две, короткое мгновение, но в этот момент время как будто бы остановилось. Ты смотришь в глаза этому божественному созданию с крохотными глазками, которые пронизывают тебя насквозь, как будто попадаешь в другое измерение. Но я не могу это объяснить, но это очень-очень удивительное мгновение. Ну и, конечно, мы ходили на хайк, купались, в общем, пользовались всем тем, что предоставило нам лето. Ну и, конечно, мы снова путешествовали. Путешествовали по Британской Колумбии и снова ездили в Америку, в Калифорнию. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. Sailing right into those jagged cliffs, yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Simple equation, but an enclosed system. Natural world gone missing, plus all our CO2 emissions equals degradation. Waste and shifts and mass extinctions. Oh no.
But maybe we can change. We sure can't stay the same. 'Cause life's a foolish, foolish game. Solution, rewire our connection. Maybe less consumption. Imagine from a mind of isolation. Revalue all that we've been given. Хоть это лето нас и баловало в этом году, оно было довольно жаркое, но преподносило нам сюрпризы. Лёшка, beautiful. Rio, do you like it? Do you like it, huh? It's really cool. Итак, 29 августа у нас в Ванкувере началась буря ветряная. Но вскоре все нормализовалось и стало спокойно, тихо и тепло. Вот у нас уродился сквош. Очень интересно, из ничего. Мы его не сажали. Это, видимо, семечки из компоста попали туда и... Вот такая вот у нас получились, такой у нас сквош получился. Никогда не думала, что у нас здесь созреет. Причем загородила эта тыква проход. Ты можешь не наступить на нее? Малюхонькая. Вот это вот малюхонькая. Вот она еще малюхонькая. Аккуратненько, красиво, да. Их прокручивать. Можно так. Не сломай веточку. Так, вот они. Just hold it. The answer's in your eyes. Or can I see the color of your clear sky? Is it my silent harbor? Answers in your eyes. Gugusha, Gugusha, Gugusha. This is the name of my star. Gugusha, Gugusha, Gugusha. One big breathing chain, we're quite the same. Hey, life's a foolish, foolish game. Ba-ba-ba-da-b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 a-
Кто смотрит меня давно, знает, что к нам очень часто приходят олени, взрослые олени. Но вот сегодня, на удивление, забежали к нам оленятки маленькие, без мамы. Я даже не знаю, где мама. По-видимому, они очень любят хризантемы. Какой миленький, хорошенький олененок. Вот и наши хризантемы кушает. Так, поели здесь. Что там еще у вас есть? Ага. Так, герань. Еще он любит герань. Так, так, а где у нас второй? Вон он второй бегает. Вернее, пасется. Там тоже я не знаю, что он ест у нас. Эти коротенькие сюжеты происходили с нами в течение этого лета, весны, осени. И еще очень много всего я не успела обработать. А по мере возможности я буду выкладывать следующее видео. Тем, кому интересно, подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть следующее видео. Всем желаю хорошего настроения, удачи и до новых встреч. Пока-пока.